Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал казахстанскому изданию Tengri News заявление отдельных политиков Турции и в некоторых государствах постсоветского пространства о создании Великого Турана и армии Турана. Всем известно сейчас, что какое партнерство у России с Турцией есть, достаточно продуктивное. Но при этом у отдельных, скажем так, политиков в Турции, у нас среди националистических кругов возникает идея вот воссоздания Великого Турана и создания армии Турана, единой армии мусульманских стран. Как вы относитесь к этому? Первое, я бы хотел, конечно, этим людям, не знаю, уж политиками их называть или кем-то, ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому там пытаетесь какие-то шаги сделать. Для чего и против кого? Точно такие же тюркоязычные народы проживают на территории России достаточно много. У нас страна многоконфессиональная, многонациональная, и мы веками живем вместе. Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа, совместная работа. Сложно, потому что мешают то, что Турция член НАТО, конечно, мешает, но сам по себе это такой, я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна НАТО, другая страна не член НАТО, они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где их бывает, кажется, невозможно найти, но мы находим варианты решения какие-то.